Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». Не пропустите! Уже в эту субботу, 15 сентября, пройдет традиционная осенняя ярмарка имени Губкина. Планируется продажа саженцев, семян, посадочного материала, продукции местных товаропроизводителей и других товаров народотребления. Также к участию приглашаются предприятия пищевой промышленности, местных товаропроизводителей, индивидуальных предпринимателей, жителей и гостей города. Принять участие в ярмарочных мероприятиях. Начало в 10 часов. Жители Прикамья будут судить за убийство женщины. В Кунгуре завершено расследование дела в отношении ранее судимого за совершение хищений и изнасилования 30-летнего жителя Кунгурского района. На этот раз он обвиняется в убийстве. Из материалов дела следует, что в ночь на 5 июня 2018 года обвиняемый распивал спиртное в доме своей 50-летней знакомой в деревне Беркутова. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил свою подругу обухом топора. Чтобы скрыть преступление, мужчина попросту решил сжечь тело. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Федеральная служба государственной статистики проведет в Кунгуре интервьюирование жителей. С 15 по 29 сентября специальный работник-интервьюер будет обходить жителей многоквартирных домов по следующим адресам: улица Горная, Прикамская, улица Российская, Солнечная и улица Шоссейная. С 20 сентября по 5 октября специалисты навестят кунгуряков, проживающих по улице Гоголя 1А, 2Б и 2Е, улице Микушева 1 и 13, а также по улице Попкова 2А. У работников будут при себе специальные удостоверения с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, действительным при предъявлении паспорта. Администрация Кунгура обращается с просьбой принять участие в данном обследовании. Это поможет собрать достоверные сведения, которые помогут в принятии решений по социально-демографическим проблемам. В Пермском крае в период с 10 по 19 сентября проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция МАК-2018. В ходе мероприятия особое внимание уделяется проверке поступившей от граждан информации, имеющей оперативный и профилактический интерес. Правоохранители призывают граждан и общественные организации к сотрудничеству. Если вы располагаете информацией о местах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, их культивирования, концентрации зависимых людей с целью потребления наркотиков, либо иную информацию, связанную с незаконным оборотом запрещенных веществ, просьба сообщить об этом в межмуниципальный отдел МВД России Кунгурский по телефону 02 или 620 33.